Ну что, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game, добро пожаловать на новогоднее прохождение Лего Гарри Поттер, 1-4 год. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, ну пойдемте. Ух ты, кошмар. Так, нам куда-то вниз. Так, все правильно, правильно идем. Так, Гермион уже ушла. Это, походу, она уже ушла в... Подожди, мать. Так, а ты сломаешься? Нет, ты не ломаешься туда. Женский туалет вроде Плаксы Миртл уже ушла, да? Я так понял. Так, ага. Ну, по сюжету вроде бы так. Нет, подождите, это же кабинет Снейпа. Профессора Снейпа. Так, зелье переворот, или как она, зелье оборотня. Можно из одного человека превратиться в другого. Замечательно. Что это у нас тут скрыто? Ой. Ой-ой-ой, мужчина. Мужчина. Вот, все. И нет мужчины. Ой, а мы все тут разрушим что-то можно. Один из пяти чего-то. Давайте, давайте. Вижу еще бутылочку. Так, пикси. Получай, он яблоко держит, которое нам нужно. Так, это мы все взяли. Что тут еще, монетки? Так, давайте, наверное, отнесем. Там и волосы, кстати, уже. Опа-опа. Так, и волосы. Так, извините. И, в принципе, остались у нас вишня. Какая-то 3 из 5. Где еще 2 штучки лежат, бутылочки? Так. Давайте внимательно осмотримся. Подожди, подойдите-ка. Тут еще одна. Так, слушай, а где еще одна последняя? Получается, это 4 из 5. Угу. Нет, я понял, тут пухиндуи нужны. Подожди, и уносят меня пироги. Ну, синяя монетка. Оху-ху-ху. Так, а что ты тут? Нет, больше ничего нет. Где же у нас последняя бутылочка? Хеннесси. Так, здесь нет. Где-то она спрятана. А вот где? Может, на столе точно что-нибудь сделать надо? Замечательно, вот у нас и появилась вишенка. Так, здесь что? Здесь ничего. А вот, подойдите, есть что-то. Блин, мне интересно собрать все-таки последнюю бутылочку.
А где она? Я I don't know. Джастин Флинч. Замечательно. Так, ну давайте выпьем за любовь. Джастин Флинч, да, говоришь, вот он у нас. Так, стойте, это не то, не то. Надо было троечку нажать вместо четверочки. Курьё вращаемся. Вообще, вот он держит последнюю бутылку, да, кажется? Ага, смотрите, точно. Так, давай быстрее, пока не закончилось. Замечательно, 5 из 5. А, ну просто там. Уху-ху-ху. Сколько монеточек. Так, ну и давайте тут мы откроем. Здравствуйте, откройте, пожалуйста. Оборотное зелье, вот как называете, я забыл точно. Оборотное зелье. Все, теперь мы с вами можем превращаться. Так, пойди, вот эти хотел где-то еще проверить. А, ну он ничего. Он ничего такого не дают, я понял. Так, мы можем пройти? Нет. С другой стороны выход. Теперь нам нужно Крэб и Гойл найти. Стой, подожди. Тут. Я помню, где-то тут. Это в главный холл надо выходить. Вот. Так, извините, девушка, женщина, извините. Быстрее. Вот тут вроде бы. Да. Эй, привет, открывай! Вот, да. Дальше пройти. Замечательно, там кто-то... Подожди, а там кто-то был. Это у нас синяя рубашка, Гарри. Хорошо. Даже нам не пришлось собирать ничего. Стой, зачем ты хулиганишь? Все, да? Вот, подожди, а тут у вас фонари незажженные, мужчина. Что это за непорядок? Слушай, а поломать можно тебя? Да, вроде бы. Забираем детские сердца. Так, узнал мама моего отца. И здесь мы тоже ломаем. Они как-то за шиворот не залетают, эти монетки. Замечательно. Так, давайте мы тут соберем, но в принципе это нам уже как бы не нужно, потому что мы уже открыли вход. Так, а яблоко у нас с вами. Так, давайте это тоже с вами наколдуем. Давай.
А вот оно и яблоко. Что это было, Шизрон? Его замещали. Правда, выпивать мы его не будем, потому что как бы мы уже Джастин Кличем являемся. А представляете, мы сейчас встретим Джастин Флич, и он такой, чё-чё? Чё-чё, что это такое? Что за человек, похоже, на меня ходит по... Так, тут мы тут разрушить не можем. Тут ничего нет, а? Пойдёмте дальше. Все действия возможные я тут, в принципе, сделал, да? Кстати, на клавиатуре, блин, по этой лестнице вообще так неудобно подниматься. Мужчина, мужчина, вы что падаете, кстати, что это за дичь? Я тут не помню, что падал. Замечательно, новая у нас секция открыта. Ванная Плакси Мертл. Давайте, не-не-не, мы тут всякие с вами наколдуем. Гермиона. Замечательно, соберем. Что это за шайтан машина у нас? Так. И мы Гермиону кошку собрали. Женщин-кошка, женщин-старая кошка. Что-то у нас тут. А, ты просто монетки дашь, да? Очень еще ничего же не дашь, нет. Там теперь мужчина возмущается. Хоу-хоу. Ага. Замечательно, один из восьми. Так, подойдите-ка. А как дальше? Так, Ром, вставай, ты шо? Так, один... Подождите, какая заставочка. Пирожные, я понял. Койл, смотри, краб, смотри, халявные пирожные. Видите, как любезно пошли в эту, в ту сторону, да? Куда она и нам нужно. Так, подождите, пока туда заходить не будем. Успеем мы туда. А чё ты, подожди, чё ты? А где цветы? В чём, кстати, тут цветы не может нормально наколдовать? Так, вас сюда, сударь. Вас сюда. Так, а что ты нам, Рон, что с крысой тут надо делать, что она дает? Она, походу, что-то потом даст, да, я так понял, и зато монетки дают тут миллиард. Ууу, монетки! Ты еще дашь? Все, он улетел, да? А, вот еще. Так, сколько? 7, и вот это 8 получается у нас. Замечательно. Замечательно.
Так, а наверху смотреть еще можно как-то что-то. Что-то намутить. Так. Нет-нет, мать, ты что делаешь? Подойди, подойди. Я солдат твоей любви. А, он вон. Лужицу убирает. И все? Угу. А, вон. Кстати, нифига себе. Да что, технологии зашли? Это, говорит, не технологии. Это я сама застряла, блин. Эх, нет, ты что упал? Ты что упал? Гермион там доталу, кажется, застрял, я так понял. А, подожди, резко прыгнуть надо туда еще. Блин. Так, Гермиона тут выбралась. Не, Гермиона, тни. Извини, Гермиона. Слушай, а ты как достать тогда? И, может, фонтан какой-то? Ага. Все, сударь, я понял. Нет, не падай только, не падай. Есть, замечательно. И пойдемте теперь уже. Так. Слушай, это у нас полноценный уровень. А, да, уровень полноценный начался. Так, замечательно. Это куда нам нужно? Это нам нужно сюда. Замечательно, вот они, ребята, спят. Мы прически с вами объединим. Сюда мы. Кстати, вот эти туалеты баганутые. Потому что на клавиатуре это было вообще невозможно на них прыгать, я не знаю. Возможно, конечно, но с трудом. Вот, на джойстике, наверное, проще будет. Потому что они, видите, отталкивают друг от друга от себя. Эх, а что ты? Последний не выдаешь. Бойлер. Замечательно. Так, и яблоко. И яблоки на снегу. Да, только опускайтесь. Вот видите, они как бабуются. Туалет выталкивает от тебя, хотя он, по идее, не должен выталкивать. Мать, нет, ты должна на бочок был прыгнуть, ёшкин кот. С таким трудом. Не дает и все. Да блин.
А, подожди, я должен перепрыгнуть, я не должен там. Вот так вот. Как не замечательно. И тут что у нас? Яблоко выпадет. Сборочная станция чего-то. Ага, проветриваемость. Вентиляция 9 на 12. Наивные подписи на память. Правда, такое себе, знаете, яблоко подбирать в зелье, потом его еще и пить. Так, за ваше здоровье и за мое, как говорится, прохождение. Киса-киса. Так, ну пойдемте. Так, это мы забираем. Эти все монетки мы забираем. Так, стойте, стойте. Так, Акакин, нет? Рыбок давайте мы спасем и поместим. Все? Ничего, да? Подожди, подожди, подожди. И уносят меня пироги. Есть интербик один. Мы все забираем. Кстати, это мы сейчас первый и последний раз сейчас будем ощутимся. В чужой гостиной. Хорошо, пофиндую и кокты в раму мы. Так, стой. Не есть забрать. Слушай, а как синий забрать мне? Синий, я так понимаю, тоже именно. Так. Все? Все, да. Я вижу, нам надо со светом что-то поработать. Так. Замечательно. Собираем. Тут поток у них тут. Вот в этот момент я сейчас должен... собрать синенькие. Да, только мне надо воспользоваться. Не надо меня уничтожать сейчас. Во-во-во. Так, давай, по очереди. Скелеты там танцуют. Ага. Так, он сейчас тут появится, да? Сейчас там на последнем. Потом сюда. А, ну мы и забрали сразу тогда. Замечательно. Так, отойди, Гарри. Блин, Гарри. Ты как и я был на цепи. Эх, Гарри. Идите, подойдите-ка. Блин. Он странно. Колдовать неудобно. Так, ну и последний, да, получается. Замечательно.
Собираем помощника. Так, откройте, пожалуйста, мы из Слизерина. Колокольчик. Интересно, что ж он там? Так, давайте не спешить. Для начала осмотримся. Возьмем все, что нам нужно. Да. Тут можно поспешить и важный момент. Вот. Фонарики всякие пропустить. Так, все, да? Жалко, в остальные факультеты нельзя тоже так, знаете, попутно. Хотя, или может. Не, попутно нельзя вроде заходить. Я бы во все факультеты бы зашел, посмотрел бы, что да как у них там. Чистим трубы чисто. Подожди. Замечательно. Так, а что мы с вами собираем? Это картина. Окей, привет. Так, мы спасли тебя. Да, спасли студента. Бедолагу. Так, больше ничего нет. Нет. Так, на диваны нельзя никак повлиять, наколдовать. Кстати, мы находимся под озером. Обратите внимание. На факультет находится. Зимой очень холодно тут. Бывает, ну, прям не очень, не очень, но холодно. Прям так сказал, очень. Так, отойди. Замечательно. Гербик еще мы с вами адим. О, истинный волшебник, фига себе, быстро мы собрали. Так, и что это? И куда ты пойдешь? А, все, я понял, мать. Куда ты улетел? Он улетел, но обещал вернуться. Это две монетки всего лишь. Эту музычку. Тут тишина какая-то у них в факультете. Я, кстати, постоянно вот во всех играх, у Гарри Поттера постоянно этот, знаете что, массовости не хватает, не видел. Я вот сколько считал, блин, сколько на одном факультете народу же должно быть, это же писец как, там, по 300 человек, что ли, на одном факультете там с чем-то. Вот, а столько-то и народа это в Хогвартсе ты не видишь. Что он там взял? Он метлу взял. Подождите-ка. Метла? Ничего общего нету. Гарри, мы превращаемся в обычных студентов. Угу, и тут паучки. Замечательно. Истинный волшебник мы получили с вами. Последние студенты тоже получили. Не поворачивайся.
Она рядом была с туалетом, смотри, краник. Что бы это могло бы значить? Пойдем проверим. Пойдем, Гарри. Так, ну тут мы уже это знаем. Извините, извините, дорогу-то мы уже знаем. О, в этот раз получилось у нас наколдовать цветочки. Кто это тут в моем туалете? Ах, вы паршивцы такие. Ну, так, а это у нас тоже полноценный... А, да, у нас тоже полноценный уровень. Подойди, подойди, пока сопротивляться не будем. Мы еще успеем ее чпокнуть. Ауч. Там тут все равно серебряный, да, нужно вроде злой колдун. Злой колдун, озорник Купидон. Угу, там была еще синенькая. Так, подойди вдоль раковины, пробегусь. Ага, еще знание серебряных деталей нужно мне. Да, тогда можно до талого тут ничего не добывать. Значит, мы еще раз посетим, ну, по-любому посетим, там же и... Ну и давай теперь уже. Получай. Получай. Где она? Так, и так 4 раза. Еще 3 раза, да, надо? И здесь где-то, да, будет открываться. Упс, а вот это, кстати, не... А, тут еще один. Так, еще раз получаем. Так, серебряный только мы ловить не можем. А, хотя сейчас смотрите. Хотя сейчас что-то было. Ой, ой-ой-ой, не туда нажал. Так, и последний. И последний, да. Осталось нам так еще можно. Ах, вы паршивцы, возьмите свою книгу дурацкую. Угу, что воспоминания нас перетянули. Что, уже был такой случай, получается? А я не знаю, кто это. А. Что, паук? Надо проследить за этим пауком. Так. О-хо-хо.
Замечательно, так. Там колдовать можно? Нет. Подойди, подойди, не солдат твоей любви ничего не даст, нет. Так, это отпускаем, все замечательно. Так, подойди, подойди, где-то внизу, шот монетки. Так, что, не допрыгиваешь? И давай еще раз. Гори, ты шо? Эх ты! А че ты допрыгнуть не можешь? Им палочка мешала. Так. Замечательно. Стойте, стойте. Правда, плохо, что они туда падают, блин. Стойте. Стойте. Скорее, отойди. Ах ты мать такая, ты ж... Ой-ой-ой. Так, скелетная рука и наверху, да, еще? Получается. Мы, кстати, сейчас управляем за Том Реддл. Это единственный, да, случай, когда мы... Так... Можем сейчас управлять им. Это мы собираем. Это первый и последний раз, походу, когда мы... Так, давайте еще цветочек заберем. Так, давай, допрыгни. Замечательно. Так, оденем наушники. Так, теперь мне не страшен твой. Стой, 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 не пропадай. Есть. Так, и вначале надо, да? Так, здесь я гляну. А нет ничего тут стеклянного у нас. Замечательно. И там две колбы, и все. Так, здесь нет? Нету. Вот раз колба, а где еще одну видел, или все? А за эту колбу, кстати, мне ничего не дают, в принципе. Ну, монетки только и все. А, кстати, вот тут было, нифига себе. Теперь это усаживаем, мадам. Подожди, вот же еще одна. Две даже было. Усаживаем вас. И давайте. А ну одна золотая была. Наколдуем.
Так, пикси. Замечательно. Так, соединились детские сердца. Так, узнал мама моего отца. Замечательно. Так, и тут на скорость нам, по идее, нужно сейчас. Так, видишь, что тут? Нет? Не послышалось, как будто собирать нужно. Тут нам, по идее, на скорость надо. Сейчас еще раз выпьем. Так. Ты что? Так, а как бы нет? Вот эту? Вот сюда, пожалуйста. Теперь правильно, да? Ой-ой-ой, немножко неправильно. Немножко криво. Сейчас, в принципе, нормально. Сойдет. Так, еще раз мы выпиваем. Нам просто поверху там. Так, и быстренько бежим. Поверху надо тоже там дернуть за рычаг. Ну, давай же. Вот он. Все. Я сделал это. Так, остальные все тут дособираем. Опять снизу фонарь еще. Я что-то не обратил на него внимания. Не заколдованный. Гербик мы с вами получаем. И здесь мы спрыгиваем. Так, отчеты. Хотя он ничего не дает нам. Хотя он нам ничего и не дает. Замечательно, замечательно. Так, подожди, подожди. И уносят меня пироги. Так, стой, он сюда ушел, да? Нет? Его тут нет? Больше ничего тут? Больше ничего не вижу. Жалко, ему тоже, блин, не перепадают монетки, которые я... Которых выпадает, он бы тоже как бы так... Они, видите, до него дотрагиваются, но... Уже чуть-чуть осталось, да. До истинного волшебника. Стой, 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 мать. Так, ну-ка, на тебя переключаемся. Серебряные не могу я делать. Ага, и еще один гербик. Гербик гудбай. Оу-оу-оу. Гербик гудбай, я тут чуть ушел. Так, что мы тут? Скелетик. Так, а на него колдануть можно? Так, а мы тут выйти не можем, я понял. Мать моя женщина, как ты упал, простофиля.
Так, подойди, есть секретик какой-нибудь? Нет. Так, подойдите, что он там? Что он дергает, дергает, никак не может передернуть. Так, мужчина, давайте, дайте нам этот блин, пожалуйста. Стойте, стойте. Чуть гербик не пропустил. Так, мы забираем. Мы колдуем. Что еще тут? Что можно колдануть? Нет, тут больше ничего, да? Так. И тебя мы, сударь, поворачиваем. А ты... Господи, ты же не повернулся. Так, нечего тут, да? Теперь мы поворачиваем Тома Реддла. И Том Реддл мне помогает, в принципе, добраться. Поднимай меня, давай. О, прыгает еще, мать. О. Чуть-чуть осталось вообще до истинного джентльмена Хогвартса. Так, подождите-ка, подождите-ка. Мужчина, извините. Что вы? Что вы спите в Хогвартсе? Это какой учитель, что ли, или что? Так, стой от этого. Не, ну сейчас точно сейчас заберем. Можно прям до Талова. Не собирать. Так, вот это нам нужно. Не-не. Да не туда. Том. Где она? Вот она. Заново появилась там. Что ты не можешь нащупать, давай. Замечательно. Так. Еще один гербик. Так, стой, подожди, подожди. Где у нас тут финалочка? Давайте. А, ну вот это и есть, да, походу. Финальные действия. Та-дам! Попался, что это? Я тут ничего. Нет-нет-нет, постойте. Профессор. Это он. Он убивает студентов. Ну-ка, давайте палочку, месье. У кого-то у нас запрещено содержать в Хогвартсе.
Ты что, ты не поверишь, Рон, что со мной случилось за пауками? Угу, Джинни Уизли тут околдованная. Кстати, знаете, что в этом моменте Джинни-то... Ну, открыла бы, получается, тайную комнату, и она, получается, на змеином говорила в этот момент. Самый. Если вот так подумать. Кроме Гарри, получается, она еще... Рон, Гарри и Джинни. Вот на одну, на данный момент, на... Как фильм. Фильм «История идет» у нас. Так, и везде пауки. Так, давайте тут мы уже, в принципе, часик есть сейчас. Тут всякие вещички с вами еще сделаем, доделаем. И можно завершать. Тут, кстати, смотрите, совушка есть. Совушка, а это что значит? А это значит, где-то у нас есть красный подарочек. Так, куда она убежала? Замечательно. Так, зажигаем, чтобы посветлее стало. За этим работники должны следить Хогвартса, а не студенты. Понайдите-ка, это что тут у нас? Больше ничего нельзя намутить? Нет? Ага, вот он, появился. Так, и что ты нам даешь, мать? Деталь персонажа. Разблокированная деталь персонажа. Это что? Не знаю. То, что она дает. Так, 4 студента еще спасли. Замечательно. Спасение студента. Так, 4 из 6 там вроде бы, да, было показано. Так, где у нас чашки еще на столе? Извините. Ага, 5 из 6. Я вижу, чайничек что-то там налилось, да? Или кубки на кубки, что на что нужно? Так, 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 так. Ух ты. А как мне до туда добраться? И все равно и чё? Ну, здесь, значит, еще где-то что-то на столе должно быть. Что так непонятно, как еще добираться. Так, а, вот, вижу. Я теперь понял, сначала мы сюда прыгаем, потом сюда, потом вот сюда. Золотая деталь разблокирована. Все, пойдемте мы в косой переулок. Еще схватим. А, зачем? Я хожу через меню уже в косой переулок. Древокотел для начала, а потом оттуда косой переулок. Thank you.
Так, подойди. Детали персонажей. Давайте включим, что это за детали персонажей. Каток можно привести, маскировочный, так это не то. Детали персонажа включил. Ага. Так, давайте, наверное, Хогвартс вернем, чтобы понять, что за детали персонажа я включил. Некоторые я вообще, да, я вот не понимаю, что это. Значит, у нас... Продолжить историю. Пока ничего необычного не вижу, чтобы детали персонажей каких-то... Как они работают вообще? Кроме нас вообще никто на пауков внимания не обращает, я так понял, да? Угу. Подожди, на куда идти глянуть? Точно я включил? А, деталь персонажа включена. А что тут не написано? А почему не написано? Что он дает? А что тут все не даст? Ой, выключено у меня все было. Так, все включено. Хм. Так, ребят, давайте, наверное, на этом с вами остановимся, а завтра, в принципе, продолжим с этого самого момента. Ритуальчик, знаете, лайк, подписки, комментарии, видосики, не болейте, ничего, хотите, всем хорошего настроения, увидимся с вами в следующих сериях на канале Like of Game, ну и всем пока!